Режим защиты ребенка активирован. Экстренный выпуск. Срочно в номер. С вами Зверько и обзор навыков нового героя. Да-да, мне вот только что прислали карточку, поэтому без геймплея пока, он будет позднее. Рабочее имя героя – Зубастик. Мне кажется, это про робота, а не про девочку. Хотя… Итак, пассивка. Зубастик с каждым ударом ставит метку на персонажа, усиливая свою последующую атаку на 6%, стакается до 10 раз, итого усиления 60%. На простых крипов не работает. Приятно, конечно, но как-то стандартно уже. Интересности дальше. Второй навык. Робот выпускает ворох ракет, которые выбирают цель в небольшом радиусе случайным образом. Всего ракет выпускается 12 за навык. Действие навыка 5 секунд. На примере моба при уроне в 81 умножаем на 12 972 урона в одну цель. Применение навыка не затормаживает Зубастика, но и не накладывает на противника никаких эффектов, пока мы не купим что-нибудь подлое. Например, посох Снежной Королевы. И теперь мы замедляем противников в радиусе поражения ракет. Или возьмем посох 7 морей и срезаем немного обшивки нашим врагам теми же ракетами. Навык, позволяющий экспериментировать. Второй навык. О, это бомба. Тактической игры и суперинициация. Зубастик при активации получает щит, ускорение и тактическую силу. С помощью навыка мы можем закидывать к противнику заряженного танка, выкидывать противника из кустов, закидывать противника в нашу банду, спасать отстающего союзника, который вовремя не сориентировался и отступает последним. Тем более, что мы перекидываем цель через препятствие, а у самого Зубастика ускорение действует довольно-таки продолжительно. Также можно отбирать лесных крипов, поскольку бросок наносит урон не только бросаемой цели, но и остальным в области ее приземления. Лорд и черепаха не перекидываются. Одновременно хочу посочувствовать тем, кому попадутся слабоумные тролли, которые будут подставлять вас, закидывая, например, Лейлу к противнику и делая прочие гадости. Ульта. После небольшой задержки робот делает рывок вперед, зацелив противника, наносит урон по области и ненадолго оглушает. Этого вполне хватает, чтобы тут же противника перекинуть к своим сокомандникам или под башню. А если еще будет подготовлена стенка игрока, это мега-инициация. Кроме того, если уже активирован первый навык, он будет поливать ракетами на всей протяжении комбы. Я считаю, герой очень интересный и войдет в мету. Что думаете вы? Пишите в комментариях, ставьте лайки и ждите новых выпусков. Всем пока!